Плохие у вас дела, товарищ призывник. Сохранить свои ворота в неприкосновенности не удается. Пропускаем после длинной атаки. Откровенно говоря, преимущество Локомотива в первой половине первого тайма было довольно приличным. У кого они сейчас хорошие? У вас дела не просто плохие, а еще хуже. Нам отговорок никаких нет. В любом случае мы сыграли не лучшим образом, мягко, наверное, говоря. Чем раньше? Гораздо. Кошмар. Кошмар. Будем двигаться. Парням сказал, что только все вместе можем исправить ситуацию. Не по отдельности, а именно все вместе, к чему и будем стремиться.